термос для еды от компании Thermos, модель GBT-501. Компания Thermos, которая находится в Японии, много лет делает качественные и стильные термоса, и, собственно, от названия фирмы, от имени собственного, произошел термин «термос». То есть это также стало нарицательным словом, как «ксерокс» или «макинтош». Прежде всего, термоса компании Thermos ценятся своим качеством, но и также они очень стильные. В конструкции используется нержавеющая сталь марки Aissi, и она является очень химически стойкой. Она также хорошо моется и не впитывает запахи. Качество вакуумной колбы очень высокое, и термоса получаются не только энергоэффективными, но и они очень легкие. Данный термос для еды весит чуть больше полукилограмма при объеме в 0,5 литра, и при этом он имеет правильные пропорции для того, чтобы удобно было носить в рюкзаке или сумке в городе, брать с собой горячую еду на пикник, на работу или на учебу. Крышка сделана из пластика, который произведен без использования бисфенола А и без использования поливинилхлорида. Соответственно, термос является экологичным и безопасным для здоровья. Крышка открывается в две фазы. Сначала на полоборота для того, чтобы сбросить давление. Соответственно, если вы сюда залили горячий суп, прежде чем вы полностью откроете крышку, сбросится давление, дальше вы уже ее целиком открутите. Это сделано для того, чтобы не разлить пищу на рабочем месте или на месте учебы, ну и, соответственно, не обжечься. Крышка имеет мощную, толстую и очень износостойкую силиконовую накладку. Применяется пищевой силикон. Он не только безопасен для здоровья, но и выдерживает многократное и довольно агрессивное использование. Все компоненты легко моются, и термос долго вам прослужит. Таким образом, GBT-501 – это отличное решение для того, чтобы сохранять вашу еду или перекус на пикнике холодным или горячим. Можно брать его с собой на учебу, на работу и в путешествие. А также такая модель отлично подходит для заваривания горячего обеда в зимних походах, потому что здесь нет лишних деталей, он очень легкий и легко моется. Выбирайтесь в интересные места, ходите в горы, отправляйтесь на равнины, берите с собой друзей, а за снаряжением приходите к нам на Сайкино 4 в спортмарафон.